гуляю с собакой. Всем привет. А тут ежик, представляете? Я боюсь собаку пустить. Диего, это ежик, нельзя. Он такой маленький, бедный, несчастный. Ну-ка, нельзя, Диего. Посмотри, он совсем бэби. Давайте я вам покажу. Сейчас я собаку в сторону. Най-най. Какой ты малыш, ты совсем маленький. Диего, его нельзя обижать. Какой он бедный. Ой, жалко его. Вот такой ежик у нас. Не-не, Диего, не. Не, я заберу собаку, и мы пойдем гулять. Нельзя тебе. Вот такое вот счастье нашла. Ну что ж. Он хочет его, наверное, не знаю, что он хочет. Но я не дам. Потому что ежики, они могут еще и болеть всякими болезнями. Ну что, друзья, ежика увидели вместе со мной. Желаю вам хорошего дня. Пока.